Всем привет, меня зовут Андрей, я снимаю и монтирую ролики на YouTube. А еще историю успеха и отзывы от наших выпускников. Я заметил, что, рассказывая о своем опыте, они часто говорят, что пробовали научиться шить самостоятельно, но у них ничего не получалось. И я каждый раз думаю, ну как так? У преподавателей так ловко получается, что со стороны кажется, что ничего сложного в этом вообще нет. И я решил проверить, действительно ли будет трудно новичку без посторонней помощи. Для пошива были выбраны вот такие шорты. Казалось бы, очень простая вещь. Тем более, что вилок нам не нужен. И инструкцию до съемки мы не видели. У меня нет опыта в шитье, но можно сказать, что я теоретик. Потому что смонтировал просто кучу роликов для нашего YouTube и так далее. Поэтому для чистоты эксперимента я позвал еще двоих ребят. Меня зовут Даня. Сегодня в первый раз шил. И вообще в первый раз на вытянутой руке у меня была швейная машинка. Меня зовут Максим, я шью уже 3 года. 4 разных вида курсов закончил в школе «Хочу шить». Сначала нам дали инструкцию, я попытался ее прочитать, понял, что я ничего не понимаю. Вот там первые 2 слова «стачать» и «сметать». Что это, я так и не понял. Я считаю, что на одни трусы нужно очень много ткани, слишком много ткани. Просто я уже устал так все резать. Я правильно вырезал? А это надо резать? Это долевая, нет, не надо резать. Я просто подсматривал, как делает Максим, и просто повторял за ним до какого-то момента. Потом я понял, что я уже потерялся. Он слишком далеко ушел. А, тебе васильковки на трусы не хватит. Как не хватит? Долевую я знаю, где находится долевая нить. Так, а где у нас здесь изнаночная сторона? А надо было на изнанке делать. Я почитал эту инструкцию, я не понял ни слова, поэтому я просто подглядывал. Инструкция для слабаков. Ткани разложил, выкройки все вырезал. Сейчас нужно подумать, как их разложить на ткани. В инструкции это все вроде как написано должно быть. А, ну да, вот как раз здесь есть. Ситуация следующая. Выяснилось, что у меня как будто не хватает ткани. Я выложил выкройки на ткань. И вижу, что у меня даже вот одна деталь, задняя половинка, она просто не умещается, она заходит. Ну, то есть нужно сделать еще припуски по 1.5 сантиметра, а у меня она никак, даже просто сама выкройка не влезает, заходит на кромку сильно. Поэтому сейчас ему придется просить у ребят ткани еще, чтобы они помогли, так сказать, спасли меня в этой ситуации. Для трусов ничего не жалко. Слушай, как ты себе представлял? Ты придешь? И как вот, это все так и будет выглядеть? Здесь вот такие там ткани, взгиб, ё-моё. Подожди. Ты опять перепутал изнанку? Да. у меня нет слов. Это песня. Что завис? Я смотрю, что дальше делать. Я переснимал уже просто 1000 видео для нашего YouTube-канала, и вот сейчас я, грубо говоря, впервые, возможно, буду сам раскраивать ткань. Вот немного волнительно, если честно. Вроде бы на видео смотришь, думаешь, да? Там раз-раз-раз, чух-чух-чух, а по факту... Ну, есть где ошибиться. Да, ну Максим, конечно, просто швейная машина, просто терминатор. А вы что тормозите? Я уже трусы дошил.
Мы потихоньку, зато не спеша, аккуратненько, все как бы, ну, просто с хирургической точностью делаем, я вырезаем. Я уверен. Да, да, да. Конечно, немного мы не успели угнаться за Максимом. У него был прям дикий темп и чувствовалось, как раскроил молниеносно. И еще успел нам помогать какими-то советами. Мы сейчас все трусы сошьем и скажем, что это вообще легко. После иголки нитку куда? Думаю, что машинка сшила неправильно сама. Потому что тут как будто похоже больше на какой-то платок носовой большой. Какой-то шов явно лишний. Ну, по сути, когда я не сделал закрепку, я сделал вклад в будущее, чтобы просто было проще распарывать. Вообще с карманов надо было начинать. А мне вообще так не складывается как-то. Я как бы... А, нет. А, все, все, я понял. Вот так, раз. Вот так, хоп. А резинка-то есть? Какая резинка еще? Получилось, что получилось. Ну, за 3 часа неплохой результат. Не, в целом, я думаю, что я буду носить их дальше. Я думаю, что какой-то день точно я их надену. Ну, летом, естественно. Было прикольно, потому что за 3, даже, наверное, 2,5 часа, без подготовки и без инструкции, потому что мы подумали, что инструкции для слабаков, шить... трусы, шорты, не так-то уж и просто. Все сшить я не успел. Что у меня получилось, это вырезать по выкройке. Дальше уже были сложности. В итоге у меня вышли самые отстойные трусы. Их даже трусами назвать тяжело. У ребят время закончилось, но я смогу прийти завтра и доделать эти трусы, и буду в них ходить. Было прикольно. Через пару дней я вернулся в школу, чтобы дошить свои шорты. В этот раз я был совсем один, так что даже у Максима подглядеть было нельзя. А ведь я подошел к самому сложному – обработке карманов. Ох, как я долго пытался понять инструкцию. Всего я потратил в этот день еще 5 часов. И вот что у меня получилось. По итогу эксперимента я понял, что шить без помощи опытного человека – ну просто гиблое дело. Первый день сразу было понятно, что Максим рвался вперед. Ну, у него уже был опыт. И я уверен, что он успел бы шить все до конца, если бы не помогал нам с Даней. Поначалу я думал, что сделаю все тоже очень быстро. Ну, чего там, буквально пару швов, там отрезать ткань, там припарить, приутюжить и все, и готово. Но со стороны закажется просто, а когда сидишь сам и не знаешь, что делать, это просто ух. Так что, ребята, если хотите научиться шить, не мучайтесь в одиночестве. Это может отбить у вас желание шить навсегда. Лучше приходите к нам на курсы. Неважно, очно или онлайн. Главное, что у вас будет наставник, который не только ответит на все ваши вопросы, но и подбодрит в трудную минуту. Особенно это ценно, когда ты случайно накосячишь, а тебе подскажут, как это все исправить. Ссылку и инфу о курсе оставлю в описании, но пока подпишитесь на канал и не забудьте поставить лайк. Мы реально старались с этим видео, и нам очень нужна ваша поддержка. Кстати, напишите в комментариях, как вам мое первое изделие. По-моему, вообще просто бомба. Ну а я пошел монтировать для вас новое видео, так что всем пока.